BioEG, образующийся в резервуаре для хранения этилена, поступает в систему BioEG при давлении около 0,3 кг на квадратный сантиметр. Этилен BioEG сжимается компрессором BioEG, а сжатый газ проходит первичное охлаждение с помощью вторичного охладителя этилена. Затем он снова сжижается с помощью этиленового конденсатора холодильника, использующего пропилен в качестве хладагента. Сжиженный этилен возвращается в резервуар для хранения этилена. Пропилен используется в качестве хладагента в каскадных холодильных системах. Жидкий пропилен испаряется в этиленовом конденсаторе, и остаток теплоты конденсирует сжатый этиленовый газ, протекающий по трубной стороне теплообменника. Пропиленовый пар сжимается за счет винтового компрессора и сжижается в пропиленовом конденсаторе с помощью охлаждающей воды. Сжиженный пропилен переохлаждается за счет экономайзера и затем подается обратно в этиленовый конденсатор, который представляет собой замкнутую систему, где выполняется непрерывная циркуляция.